Судья не станет вас дожидаться. Хочешь, скажу кое-что, чтобы успокоить? Ты беременна. Ребенок мог изменить всю ее жизнь. Не подпускай к нему копов и надзирательниц. Не буду. Хрупкий шанс, который так легко упустить. Если продолжишь в том же духе орать на меня, я твоего сына отберу. Отберешь? Что значит отберешь? Пустите меня! Пустите! Я не думаю, что сына стоит оставлять с вами. Последний шанс, за который стоит бороться. Что мне нужно делать? Просто вести нормальную жизнь. Но здесь не дадут этого сделать. У вас есть год, чтобы доказать мне, что вы достойны воспитывать своего сына. Мелани Тьерри. Я стану лучше. Смотрите на телеканале «Кинопоказ».